Время проверить наши джеки. Как сказала бы, все работает. Зоя Иващенко. Я, конечно, автор. И в редкие дни пою чужие песни. И сегодня не тот день. А то, что джеки работают, это хорошо. Хорошо проснуться утром, не с будильником, а так. Хорошо, когда в кармане много больше, чем пяток. Когда в ящике почтовом писем больше, чем счетов. И не дергает нервы никто. Тоже, в общем-то, неплохо, если веришь сам себе. Если те, кого ты любишь, тоже чувствуют к тебе. Ну а те, кого не очень, их и вовсе рядом нет. Чтоб не портили вид и не застили свет. Хорошо, если мимо тюрьма и с ума. Если лето, как лето, зима, как зима. Фас подставить дождю, даже если смешу. Хорошо, хорошо. К врачу. Хорошо, когда прилетели, если дело по плечу. По душе уму и с пользой для себя и для других, если дружат руки и мозги. Хорошо от суматохи прочь куда-нибудь в луга, где из звуков только ветер, шмель, ковыль и пустельга, где из запахов лишь запах свежескошенной травы. Ни шумов, ни дымов, ни молвы, ни увы. Хорошо, где б ты ни был, вернуться в свой дом. С духом в теле всегда молодым. Горький чай, свет слегка приглушен. Хорошо, хорошо. Я приглашаю на сцену лауреата фестиваля «Обнинская нота» 2011 года в номинации «Автор песни», начальника штаба нашего фестиваля Юлию Левашову, город Обнинск.